Члены Карачево-Черкесского отделения Русского географического общества совместно с сотрудниками КЧГУ и представителями юноармейского движения провели экспедицию на Семицветное озеро в Архизе. С 2019 года в совместный план мероприятий РГО и Минобороны России входят подобные экспедиции о завораживающих видах семицветного озера в репортаже Аллы Динаевой. Несложный, но невероятно красивый маршрут пролегает к семицветному озеру вдоль реки Большая Дука. Само озеро открывается только тогда, когда подходишь к нему вплотную, до этого зеркала скрыто от глаз каменистым валом. Я сам уже измерял это озеро в третий раз. В Первый раз мы там в 2015 году мы проводили как физические исследования, так и гидрохимические. В этот раз тоже в основном физические исследования. Юноармейцы учились, как проводить исследования, как измерять озеро, как узнавать его глубину, размеры. Ну, наши исследования показали, что озеро имеет максимальную протяженность 260 метров, максимальная измеренная глубина 18 метров, а также температура воды колеблилась от 4 градусов до 8,5. Но среди туристов были купающиеся в это время, даже в такой температуре. Название озера получило из-за удивительного светового эффекта, благодаря которому в солнечную погоду вода переливается разноцветием, образуя радугу на водной глади. Происходит это за счет цветовой гаммы окружающего ландшафта и минералов на дне водоема. Изумрудная трава, белые скалы, зеленые луга, рыжие камни все это играет красками по воде и создает неповторимый облик озера. Но в зависимости от времени года и погоды оттенок воды разный. В зависимости от ракурса, времени и погодных условий цвет воды разный. Хотя вода на самом деле абсолютно чистая и относится к категории ультрапресных вод. И в этот раз какого цвета оно было? Ну в этот раз мы попали под дождь, периодически солнце выглядывало, озеро было темно-синевого. На видеоролике можно будет заметить, какого цвета была вода. А в предыдущий раз? В предыдущий раз мы были там в ясную погоду, и там озеро колебалось от лазурного до зеленого. Семицветное озеро спрятано в скальном цирке от ругов хребта, а лучшее время полюбоваться такой красотой – это, конечно, лето, когда на солнце жарко, но воздух в горах всегда свежий. Алладинаева Вали Бастанов, Вести, Крачево, Черкесия.